притяжении женщин к украшательству мира еще одна наука свидетельствует – бисероплетение. И еще одна мастерица выразиться может – Светлана Сапегина. У нас на работе расцвела амазонская лилия, белый цветок с зелеными крупными листьями. И вот он как раз меня и вдохновил. Я его почему-то сразу увидела, как он должен быть в бисере. С тех пор авторские работы одна за одной. Сапфировые флоксы, агатовые гортензии, хризолитовые березки. Бисеросамоцветотерапия. Если уж женщина вознамерится мир украсить, то ни одна сила поперек не действенна. Хочется скорее увидеть, какой же он получится. То есть есть образ, который не дает покоя. И спать ложишься, вот думаешь, скорее бы утро настало, чтобы продолжить работу, и днем не ешь. Хочется не тратить время на это. И только делать, делать и делать. Теперь у верхней пашминки Сапегиной персональные выставки в Екатеринбурге, выезды за рубеж со своими работами, благодарственные письма аж из самого Букингемского дворца. Это она жене английского принца бисерную копию ее свадебного букета подарила. Тем для новых творений неиссякаемо. Где природа подсказку кинет, где фантазии волю вовсю. Действительно приснился такой сон. В бежевом горшочке такие бежево-коричневые цветы, и среди них красивый такой яркий синий-голубой. И когда я проснулась, захотелось сделать такой вживую. Получился уже не натуральный цветок, который есть в природе, а такой фантастический.